Держи ты. Наступаем! Признаков... Держать строй!
Фантастикови. Очень красивая работа. Мои люди уже колдуют над радаром. Милитех будет ждать маленький сюрприз. Ты молодец. Деньги я уже отправил.
спасти Лорен Костиган, жену моего клиента Брэдли Костигана. Ее похитили тигриные когти. Хочешь знать больше? Посмотри описание. Serve?
нужно. Я пришел тебя вытащить. Что? Меня нанял твой муж. Я о тебе позабочусь. Идиот! Кретин! Никчемный кусок дерьма! На это времени нет. Пошли! Иди за мной. Все кончилось. Лучше дельтуй. Эй, садись. Поедешь в безопасное место. Спасибо. Удачи тебе. Лорен в безопасности. Я сейчас напишу Брэдли. Спасибо тебе за помощь. Заказ закрыт.
Прощоба. Абсолютный психопат. Пытает кукол, снимает это на видео и продает таким же уродам, как он сам. Шель, мы наконец его отследили. У тебя есть возможность воздать этой гниде по заслугам и заодно немного подзаработать. Все подробности в письме. Чего вам подать? Watch
тебя это на! Одной тварью в городе меньше. Супер. Спасибо, Ви, закрываю заказ. Ты мне что-то хотела сказать. Про изучение киберпсихоза? Пока нет. Нужно собрать больше данных. Люди, которые проводят экспериментальную терапию, в общем, они не то чтобы вызывают доверие. Но чтобы хоть чего-то добиться, нужно больше пациентов. Ты мне что-то хотела сказать. Про изучение киберпсихоза? Пока нет. Нужно собрать... Но чтобы хоть чего-то...
Нет, я так и не выяснил. Иностранцам здесь не доверяют. Не станет же народ открыто обвинять Юринову в убийстве. Что? Имен я не знаю. Просто говорят, и все. На улице, в барах. В каких барах? Приступ киберпсихоза. И надо узнать, замешаны ли там наркотики. У трупа этого не узнаешь, так что психа не убивай. О, блин. Ну, зашибись.